Вот такие огромные мухи здесь летают. Прямо ужас какой. Но зато нашли первый гриб. Скорее всего, это какая-то поганка, какой-то несъедобный гриб. Зато здесь есть какая-то ягода. Скорее всего, это тоже несъедобная ягода. Поэтому пойдем дальше искать хорошие грибы. Я нашла лесной орех. Здесь много деревьев, надо поискать еще, может, много орехов здесь. А, ну-ка иди сюда, попробуем сейчас тебя. Хорошенький большой. Сейчас попробуем орех лесной. У нас дома, конечно, тоже растет, но этот полностью дикий. Этот пустой. Надо следующий пробовать. Так. Вот этот попробуем. Здесь есть. Вкусно. Вот если они не червивые, то это очень хороший улов. Они такие большие. Ой, не червивые. Ну, по крайней мере, ножка. Этот с червячками. Там еще один сейчас есть. К сожалению, внутри здесь уже завелась живность. Такой нам не подойдет. Грибочки пошли. Правда, я не знаю, как они называются. Но он уже старый, кто-то его уже подъел. А вот и лисички. Долго ж я ходила, вас искала. Спрятались так хорошо. Хорошенький. Какой красавец. Какие маленькие. Их поджарить будут. Вкусненькие, хрустящие. Стоит найти одну полянку, ее собрать. И все. Достаточно будет грибов на одно приготовление. Думаю, на сегодня нам хватит.
Что такое, Джесси? Лисички хочешь? Нельзя тебе лисички. Ого. Петухи молодые тренируются. Ой, это что, желтый? Огурец. Ой, огурец. Тони, иди сюда, пожалуйста. Тони, тут огурец. Я тоже нашла. Где второй? Кому картошечку? А что-то ложку даже не взяли, да? Я бы вот так вот наложу. Ты будешь... Лисички и лук. Катюнь, тебе надо? Нет. Картошечку надо? Нет, пока. Лисичку? Нет?
Лисички прям такие красивые, да. Поджарые. Там еще жарится. Надо, Катя. А лисички? Ой, мне лучок жареный тоже, я его люблю очень. Лисички, очень лисички. Очень. Спасибо. Катя, не надо лисички, да? Соня, тебе тоже? Соня. Смотри, прям такой сочный-сочный. Угу. Даже Катя лисички ест. Нравятся они тебе, Катя? А ты как? За помидорку взялся? Все подряд. Даже не знаю, за что хватится. Все вкусно. Приятного аппетита. Спасибо.